Компания «Кораль» представляет. Скарлетт Ортис, Рикардо Аламо, Роксана Диас и Карлос Крус в сериале «Три мои сестры» по роману Перлы Фариас. Вкусно? Если ты будешь готовить каждый день, я не против. Один день я, один ты. Я помою. Давай сюда. Мне нравится. Что? Когда ты со мной дома. Хлопочешь на кухне. Как будто так было всегда. Я думала, ты уже не придешь. Я начала волноваться, собиралась звонить Сантьяго. Хорошо, что не позвонила. Что? Хорошо, что ты не позвонила, Лихия. Почему? Потому что если я все сделала правильно, он сейчас не один. Ты опять совала свой нос в дела Сантьяго. Сколько можно? Нет, нет, Лихия. На этот раз нет. Я пыталась загладить вину, ведь я чуть все не испортила. Я чуть не сломала моему мальчику жизнь. Что ты натворила, Элоиза? Я ходила к девушке, с которой встречается Сантьяго. Разве ты не передала ей через Руби, что Сантьяго вот-вот женится на этой... Ну, на этой задаваке, Барбаре Солис? Почему ты так говоришь? А как я должна говорить? Она ни разу не зашла на огонек, не выпила чаю с печеньем. Зато сразу примчалась, когда Сантьяго ее бросил. До этого она у нас была всего один раз. Да, точно. 31 декабря. Она не пара нашему мальчику. Мне все равно, Лихия. Это меня не волнует. Сейчас главное, чтобы Сантьяго правильно выбрал. Пусть женится на ком он хочет. Только он был бы счастлив. Что? Чтобы он был счастлив. Говори толком, я ничего не понимаю. Я ошиблась насчет сына. Я жестоко ошиблась. На этот раз он влюбился по-настоящему. Все. Осталось сфотографироваться, и документы готовы. Можно нести их в больницу. Дорогой, как ты думаешь, мне дадут это место? Да. Я не верю, что мы будем работать вместе. Да. Дорогой, я смотрела объявление насчет квартир. На те деньги, что у нас есть, вполне можно снять двухкомнатную. Нам ведь много не надо. Тебе нехорошо? Я в порядке. Дорогой, ты какой-то странный. С тех пор, как ты упал в обморок, ты изменился. Ты случайно не заболел? Нет, Делия. Почему не сходить к терапевту? Тем более, что это бесплатно. Я в порядке. Не волнуйся. Дорогой, меня не обмануть. С тех пор, как мы приехали в город, ты себе места не находишь. Поговори со мной. О чем? О чем здесь говорить? Не надо было сюда приезжать, Делия. Это ловушка. Какая ловушка, Хайме? Нельзя всю жизнь прятаться.
Человек не след на песке, который смоет ближайший прилив, и от него ничего не останется. Я долго считал, что смогу раствориться, исчезнуть навсегда. А сейчас я понял, что нет. Потанцуем? У меня обе ноги левые. Ничего, не бойся. И я поведу. Нет, не надо. Почему? Знаешь, что я помню о своем отце? Что? Я была совсем маленькая. Года 3, не больше. А он очень любил танцевать. Я помню, как он брал меня на руки. Я чувствовала его небритую щеку. Было немного щекотно. Мне врезалась в память. Такая мелочь, но я не могу толком вспомнить его глаза. Его улыбку. Теперь я понимаю, почему у тебя обе ноги левые. Почему? Потому что ты танцевала только с ним, но его больше нет. Мне его не хватает. Когда я счастлива, мне его не хватает. Видишь, что ты наделала. Августа такой из-за тебя. В чем дело? Не знаю, это со двора. Августа есть мастерская, но чем он там занимается ночью? Карлос. Карлос Августа рубит дерево. Во дворе? Да. Оно старое и может упасть. Вдруг оно ему мешает? Какое мешает, Карлос? Это дерево. Это дерево посадил отец вместе с Августа. Наверное, он не в себе, Карлос. Это ты его довел. Я?
Ты явился домой с его женой. Как, по-твоему, что он должен был подумать? Карлос, иди и извинись. Карлос, умоляю тебя, поговори с ним. Значит, Беатрис не твоя подруга? Нет, сеньор. Мы вместе работаем, больше ничего. Хотя на склад запчастей мы пришли вместе. Вы пошли туда просто так, из любопытства. Ты сказал, давай заглянем на склад, вдруг машина там. И надо же, ты угадал, да? Нет, все было не так. Если позволите, я объясню. Объясни, объясни, потому что я ничего не понимаю. Понимаете, я давно знаю, что в этом месте берут угнанные машины и разбирают их на запчасти. Примерно полтора года назад у меня украли мотоцикл. Но мне повезло, на складе работал приятель, и он помог его вернуть. И как зовут твоего отзывчивого друга? Его зовут Карамота Гарсия. И где живет? Он уехал из города на Амазонку. Ты знаешь, что тебя видели, когда ты угонял фургон? Этого не может быть. Откуда такая уверенность? Ты был в капюшоне или в маске? Нет, на горшке. На горшке? Да, я провел ночь в городской больнице с сильнейшим расстройством желудка. Не хотите прогуляться туда и проверить, сеньор? Вот что, эту ночь ты проведешь с нами. И дай бог, чтобы история с животом оказалась правдой. Августо, слушай, уже поздно. Мы тут ложились спать, когда вдруг услышали шум. Сильвия беспокоится. Что случилось, Августо? Дерево росло не на месте. Августо! Августо! Августо, матерью клянусь, у меня ничего не было с твоей женой. Я знаю, знаю, Карлос. Ты не знаешь, откуда пришла Маргарита? Не знаю, я был в парке и увидел ее. В парке здесь недалеко, я там гуляю с девочками. Она была одна? Одна, да, с бутылкой вина. Где она ее взяла? Не знаю, она не сказала. Но, по-моему, по крайней мере, мне так показалось. Она возвращалась с вечеринки из ресторана. Ну, конечно, это не мое дело, но бутылка явно была не первой. А что она сказала? Что она сказала? Сначала, что у нее все прекрасно, а потом, что случилось чудо. Правда, я не понял, какое. А что еще? Ну, что еще, что еще? Что мы ее плохо знаем. Ее? Да, ее. Она словно намекала, что мы все ошибаемся насчет нее. Она так сказала. Да, Августо. Не обращай внимания. В таком состоянии, как я ее нашел, мы все несем чушь, а утром даже не можем вспомнить об этом. Не знаю, не знаю, Карлос. Не знаю. Я скажу одно. Дереву, которое росло посреди двора, было мало света и мало места.
что он сказал. Сильвия, твой брат не в себе. Вы поговорили? Да, он требовал, чтобы я дословно вспомнил, что сказала Маргарита. А ты? Сказал, но не все. Я не смог. Карлос. Я должен был сказать, что она вышла замуж слишком молодой и теперь жалеет? Нет, Сильвия. Сильвия. Нет. Ему нужно побыть одному. Ты можешь говорить все, что хочешь, Августа. А я устала. Устала притворяться. Я не похожа на твоих сестричек, которые всегда молчат, потому что они тебя боятся. Я не боюсь. Почему у тебя мало денег, Августа? Почему? Ты был бы идеальным мужем. Но мне надоело жить в шалаше. Без денег нет счастья. Сантьяго. Сантьяго, у тебя есть то, что мне нужно. Ты сможешь вытащить меня из этой дыры. Ты меня подловила. Ты такая хитрая. Я тебя обожаю. А я тебя, любимый. Тем более сейчас, когда я жду от тебя ребенка. Твоего. Твоего ребенка. Хайме. Хайме, я вспомнила. Я вспомнила про таблетки от депрессии, которые ты... Хайме. Господи, только бы он не напился. Ваш лимонад, сеньор. Привет. Привет. Куда поедем? В Татумас, дружище. Сиди тихо и останешься жив. В чем дело? В чем дело? Мне нужна машина. Она вам не подойдет. Карбюратор барахлит, масло течет, тормоза еле живые и резина лысая. Заткнись, а то пристрелю. Thank you.
Самолет завтра в 9 утра. Ты говорил с Сантьяго? Зачем спрашиваешь? Ты и сам все знаешь. Не огрызайся. Я сделал то, что ты просил. Не возвращайся, пока не закончишь дорогу. Ладно? Но мне нужны деньги. По-моему, у нас нет задержек с зарплатой. Это не зарплата, а пособие. У тебя есть акции, и когда-нибудь фирма станет твоей. Когда-нибудь, конечно. А я хочу жить сейчас. У меня большие потребности. Слишком большие. Ты нас разоришь. Чтобы завтра утром деньги были на счете. Иначе поездку придется отложить. Спокойной ночи. Я не должна тебя любить, Анибал Солис. Ты всем приносишь несчастье. Но я не могу тебя забыть. За что? Господи, за что? Погуляли и хватит, мама. Постарайся договориться, чтобы водитель отвез меня в аэропорт. Ты летишь завтра? Да. Только без слез, я совсем не против. Я предпочитаю наблюдать издалека за шоу, которое собирается устроить этот мерзавец Сантьяго. Твой отец уже рассказал, что случилось? Он вбил себе в голову, что этот ублюдок женится на моей сестре. Да, да, я знаю. Кстати, а где она? Барбара ушла. Она собиралась с Изабель в кино. С Изабель? Да. А что такого? Ничего. Абсолютно ничего.
Почему ты не хочешь рассказать, что случилось? Что тебя так расстроило? Наверное... Наверное, дело серьезное. Ты даже в лице переменился. Да, это очень... Очень серьезно. Ты не хочешь говорить? Лиза, я не уверен, что ты поймешь. Сантьяго, дорогой, ты меня пугаешь. Милая, я не хотел, я не собирался, а оказалось, что я влип. Ты кого-то ждешь? Нет. Да еще так поздно. Ты не откроешь? Нет, Лиза, я не открою. Сантьяго, я знаю, что ты дома. Это Барбара. Не надо прятаться. Ты не откроешь? Я не хочу, чтобы она на тебя набросилась. Барбара может быть довольно грубой. Рано или поздно ей надоест. Будем сидеть тихо, и она уйдет. Я не уйду, пока ты не откроешь. Сантьяго, ее лучше впустить, а то сбегутся соседи. Да плевать мне, пусть сбегаются. Сантьяго, открой. Сантьяго, поговори с ней. Я не хочу, чтобы она закатила истерику. Лиза, а ты не уйдешь? Сантьяго! Ладно, я останусь. Я спрячусь в другой комнате, а ты попробуешь ее успокоить. Но я не знаю... Пожалуйста, Сантьяго. Я не хочу, чтобы ты пряталась. Мне это тоже неприятно. Но я не хочу с ней встречаться. Я еще не готова. Ну, хорошо, хорошо. Я запру дверь на ключ. Не знаю. Да, наверное, Лиза. Лиза, прости. Иди, открывай. Сантьяго! Наконец-то ты соизволил меня впустить. Зачем устраивать скандал? Почему ты не открывал? Потому что я спал. Здесь два бокала. И музыка. Ты не один, да? Что тебе нужно, Барбара? Кто здесь? Отвечай, Сантьяго! Кто здесь? Барбара, ради бога, это бессмысленно. Я ясно выразился, между нами все кончено. Она сейчас там? Иди домой, не мучай себя и меня. Она там. Открывай, дрянь! Барбара. Открывай! Барбара, никто не откроет, и не надо устраивать скандал. Она уже перебралась сюда жить? Слушай, относись с уважением. С уважением? Кому? К мерзавке, которая заставила тебя разорвать помолвку? Открывай, паразитка!
Барбара, Барбара, чего ты добиваешься? Ты сама себя унижаешь. Я хочу знать, кто эта дрянь. Открывай! Барбара, пожалуйста, давай прекратим эту безобразную сцену. Нет. Нет, я не уйду, пока не посмотрю ей в глаза. Я знаю, что ты меня слышишь, потому что мне знаком каждый скрип этой кровати. Я здесь провела столько ночей. Не думай, что ты единственная, кто на ней развлекался. Открой! Открой, или ты стесняешься? Не успела одеться? Барбара, хватит, Барбара! Я не уйду, пока не увижу эту девицу. Неужели нельзя, чтобы Ани был еще немного побыл дома? Работа не ждет. А когда он построит дорогу в джунглях, куда ты его отправишь? На другой конец света? Может быть. Я не понимаю, Эрнесто. Ани был твой сын, твоя плоть и кровь, а ты все время к нему придираешься. Это ради его же блага, София. Жизнь — сложная штука. Приходится сражаться за место под солнцем. Мне не нужна девчонка. С меня хватит Барбары. Хватит. Намучился. Кстати, о Барбаре. Тебе не кажется, что пора публично объявить о ее разрыве с Сантьяго? Нет. Еще рано. Барбара! Барбара! Барбара, послушай, я знаю, что ты переживаешь, и прекрасно тебя понимаю. Ты можешь меня обзывать как угодно, но ее оставь, пожалуйста, в покое. Почему она прячется? Почему не хочет открыть дверь? Выходи! Барбара, девушка не виновата. Она не вставала между нами. Ты меня бросил ради нее. Барбара, я разорвал помолвку, потому что я тебя не люблю и никогда не любил. А ее любишь? Барбара, пожалуйста, ты сама делаешь себе больно. Сантьяго, как ты мог? После стольких лет, после всего, что между нами было, просто взять и разорвать помолвку, потому что оказалось, что ты меня не любишь. Барбара, идем, я тебя провожу до машины. Я больше не хочу об этом говорить. Давай останемся друзьями, так будет лучше для всех. Она все равно не выйдет. Не трогай меня, не провожай. Я не хочу, чтобы ты меня провожал. И запомни, Сантьяго, каждая моя слезинка будет стоить тебе двух. Лиза, прости, мне очень жаль. Мне было так неприятно. Я с трудом сдержалась, чтобы не открыть дверь. Нет, зачем? Чтобы она тебя оскорбила? Пусть набрасывается на меня, а не на тебя. Сантьяго. Она... Она тебя любит? Да. Вы хотели пожениться. Лиза, пожалуйста. Мои отношения с Барбарой закончены, и ты здесь ни при чем. Сантьяго, уже поздно, я... Пожалуйста, отвези меня домой. Лиза, посмотри на меня. Я тебя люблю. Ты мне нужна. Я тоже тебя люблю, Сантьяго. Карлос. Карлос. Ты спишь? Карлос, я лежала и думала. Последнее время нам приходится нелегко. Ютимся в комнате Лизы, ты не работаешь. Вернее, работаешь, но не зарабатываешь, так что это не работа. Не обижайся, но это так. Мы еле сводим концы с концами, так что... В общем, Карлос, я решила пойти работать. Карлос. Карлос, ты слушаешь?
Ты меня слушаешь? Да, да, хорошо. Ловлю тебя на слове. Мы все время ссоримся. Ни одного дня не проходит без скандала. Будет лучше, если мы разойдемся. Этому пора положить конец, Маргарита. Нет. Это не в твоих силах и не в моих. Хайме. Ты в порядке? Нет, не в порядке, Делия. Мне плохо. Только не говори, что ты пил. Старый дурак. Я чуть не сорвался. Я с трудом удержался. Ты этого не сделал. Ты молодец. Ты справишься, ты сильный. Нужно просто сказать себе «нет». Да, дорогой? Да, да. Прости меня, Делия. Что ты, дорогой? Ты ни в чем не виноват. Жизнь такая штука. Бывает белая полоса, бывает черная. Но мы вместе, и мы не сдадимся. Идем, милый. Тебе нужно прилечь. Завтра тяжелый день, ты должен как следует отдохнуть. Сосредоточься на работе, дорогой. Тебе еще много предстоит сделать. У нас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Завтра увидимся? Да. Не расстраивайся из-за выходки Барбары. Не буду. Я хочу думать только о тебе. А я о тебе. Выходные на Арубе. К черту. Ты на пороге моего дома. К черту. Ты в университете. К черту. Как фильм? Какой фильм? Мама сказала, что вы с Изабель пошли в кино. Ну и что? Уйди, Анибал, отстань. Ты ходила к Сантьяго. Отстань, Анибал. У тебя нет гордости, Барбара. Дура. Доволен, да? Ты ведь этого хотел. Ты мечтал, чтобы я порвала с Сантьяго. Почему он тебя бросил? А ты? Как думаешь? Не знаю, не знаю. Трудно представить, что нашел более выгодную партию. Я ее не видела. Но я знаю, что она была в квартире. Она заперлась в комнате, мне не удалось туда прорваться. Если честно, не думал, что Сантьяго окажется таким идиотом.
променять тебя на какую-то девицу. Он влюбился. Влюбился? Ради всего святого, Барбара. Что же это за девчонка? И что же она вытворяет такое в постели? Вон отсюда, убирайся! Ладно, ладно. Кстати, я ее знаю. Подожди, Анибал, знаешь? Конечно. Я видел ее в офисе. В компании? Да, я запомнил, как ее зовут. Говори. Маргарита. Ее зовут Маргарита. Фильм озвучен компанией Intra Communications. 2003 год.